Вязание пуговицы на кольце из толстых ниток. Для вязания этой пуговички нам потребуются вот такие колечки. Их можно купить в магазинах сантехники, и бывают они там разного размера. Делаем на колечке отметки так, чтобы разделить его на 4 равные части. И затем с помощью надфиля делаем небольшие пропилы в этих частях. Вот я их уже сделала. Они очень маленькие, и сделать их очень легко. Теперь конец нитки зажимаем пальцами и делаем еще несколько оборотов. Это зависит от толщины нитки. Теперь крючок вводим внутрь кольца, захватываем нитку и вытаскиваем петлю. И вяжем воздушную петлю. Далее вокруг кольца провязываем столбики без накида. До следующей отметки. Между отметками провязываем одинаковое количество петель, поэтому необходимо их считать. Я провязала 7 столбиков без накида и довязала до следующей отметки. Вот она здесь. После этого нитку наматываем на кольцо столько раз, сколько мы наматывали в предыдущий раз. Опять вводим крючок внутрь кольца и провязываем 7 столбиков без накида. И далее повторяем так еще 2 раза. И завершаем вязание соединительной петлей, соединяя первую и последнюю петли. И вот пуговка готова. Нитку необходимо обрезать, спрятать красиво концы, и можно ее пришивать. А если пуговица вяжется из тонких ниток, то в этом случае следует провязать еще один или даже несколько рядов вокруг кольца столбиками без накида. При этом необходимо провязывать одинаковое количество петель в каждом из сегментов. Эту пуговицу я обвязала 3 раза по кругу. С изнаночной стороны пуговица будет смотреться лучше, чем с лицевой стороны, и ее можно уже пришивать. Люди добрые, ставьте лайки, а то как мы узнаем, что работали не напрасно? И на новые уроки подписывайтесь, а то пропустите самое интересное.